Хей, окей, смешинки, мы продолжаем пройти игру по названием After Dead. Так, сейчас, минуточку, сейчас все будет. Короче, что мы с вами делаем? Мы отправляемся с вами далее. Location. Отправляемся дальше по локации. Что? Ну, все. В прошлой серии мы убили с вами, получается, огромный цветок. Огромный, серьезно огромный цветок. А теперь мы с вами отправляемся в next локации. Так, сохранялку мы с вами взяли, поэтому юзаем телепорт. Сюда. Так, там у нас снова этот. Да, здесь призраки, их еле увидишь. Локация вот эта вот, большая. Что вот это за херь? Это те же самые враги, но после уничтожения их тела вылазят такие парнишки. Поэтому можно с ним вообще просто не драться, а идти дальше. Так, я сейчас приду. Эй, оттуда? Так, вот эти чудики, они пуляют шарики в 4 направления. Ну, там, типа, можно приугадать, куда они будут стрелять. Этому не страшно. Так, там у нас ничего. Цепил. Погнали поверху. А, все. Нам нужны улучшенные когти. Так, сейф мемориал. Что у нас с той стороны, я не помню. Ага, сюда я не могу попасть. Побежали. Короче, это руки вот этих чудаков. Ой. Так. О, поверху. Ага, руки чертовы. Чертовы руки. Так, вас обратно. Так, ладно, что здесь у нас? Телепорт, хорошо. Так, сюда еще рано.
окей. Окей. А, тут телепорт, тю. Подумал, сохранялка, ага. Найс. Сейчас нужно очень осторожно искать хил. Ой, ой, ой. О, пронесло. А, все, я умер. Найс, 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 найс. И заново. Откуда? Нихуя. Ай, ладно. Ладненько. Пойдем вниз. Возвращаемся. Подождите, а телеп... Ладно. Да, вот это опасное все-таки дело. Гиблое дело. Хорошо. Окей. Окей. Будем осторожно тогда все делать. А, туда мне смысл идти. Но мне смысла идти нету. Потому что там тоже закрыто. Экономим максимум себе хп. Хотя можно, знаете, что сделать? Вот чисто из-за этого. Чисто из-за этого я могу только так сделать. Переходить сюда, сохраняться, уходить. Потому что это ближайший телепорт. И даже если я сдохну, у меня все равно будет телепорт. Так, пока что хорошо идем. Пока что все отлично идет. Вот, сука.
Так, карта. Карта, карта, карта. А вон сохранялка, а где я пропустил стоять? Что за херня? Что за херня, я не понял, алло. Черти. Что за фигня? Ух, ну я и даю. Сейчас бы сдохнуть. Пиздец, сколько всего потратить. Найс. Найс, 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 найс. Меткая тварь. Меткая тварь. Так, доп сердца. Мне посрать, я сейчас все равно сохранюсь. Так, вниз, 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 вниз. Угу, раном. Так, а что по боссу? Я помню, там какой-то червь был. Босс червячок. А, не, снеговик. Окей. Что против него? Нужно сюда залезть. Так, оп, он убежал. Все. То есть у босса вообще сложность вообще слабая. По идее, все станет намного хуже, это когда враг... What have world, I what is a portal, this... Короче, чтобы ты смог путешествовать по миру, я открыл портал, this структура тебе поможет. Структура тела. Пресс. Ту-т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 у. Ага, двойной прыжок я не могу юзать. Почему я туда иду? Почему в ту сторону? Может мне кто-то сказать? Наверное, чтобы я сюда вот так вошел. Потом я понял, что нахера я это сделал. И пошел бы в другую сторону. Да ладно, сейчас быстренько пролезем. Оп. Так, там далее нужно. Что, сразу двоих боссов убьем? Иди в сраку. Как мне вот это бесит, они спускаются на мой уровень и все, и мне не дают пройти. Ммм.
Теперь ясно, почему я не... Мне предложили в ту сторону идти. Так, ну когти мне все равно не улучшенные. Когти мне все равно не улучшенные. Так, а где мне нужна внешность? Это много где. Начнем отсюда. Начнем отсюда. Так, карта. Карта получена. Где там наверху? Сейчас пойдем наверх. Так, далее. Побежали, побежали. Считайте, мы своим хребтом управляем, да? Так, доп жизнь. Доп жизни. Теперь обратно. Возвращаемся. Так, хорошо. Так, там еще наверху вижу проход, но скорее всего это где паутина. Сейчас я вам все покажу. Что сейчас будет у нас происходить? Так, понять вообще, куда я начал лезть. Так, сохраняемся. Ладно. Теперь мы с вами возвращаемся самое назад. Самый-самый назад. Сейчас я покажу, что мы можем сделать. Вы как видите, наверное, на карте там есть типа мини-проход. Если не ошибаюсь, там одна из предметов, которая нам поможет пойти на хорошую это концовку. На самом деле там, я не помню, этих дохера таких проходов было. Так, меняемся. Вот. А не, тут доп жизнь. Значит, показалось. Подожди. Так, здесь же этот был. А, как он называется? Для хорошей концовки или не было? Ну ладно. Нет, так нет. Мне только лучше. У меня тогда больше хп.
У меня уже сколько? 6 сердец. Это 12 хп у нас. Но там в дальнейшем все равно враги будут некоторые, которые, ну, типа, не враги, а боссы. Выносить постоянно по одному целому сердцу. Некоторые даже по два. Поэтому такое, знаете. Специфическое это все дело. Плюс у нас все равно это по пути было. Все равно нам это все дело по пути. Ай. Так, сюда еще рано. Побежали, побежали. Да, я знаю, что мы могли еще в одно место сходить, где мне мой вот этот скелет поможет. Не хочу, все, погнали. Следующий тип врагов. Но мы здесь с вами сохранимся и, наверное, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.